«гео» от греческого «земля», поэтому мы знаем географию как описание земли, а вот геологию «geology» — это как науку про всякие камни, почву, историю, ресурсы земли, а «geometry» — геометрия, как измерение земли. А сейчас парочку слов чуть более продвинутых. «Geocentric» — значит «геоцентричный». А «geocentric» — это теория, которая предполагала, что Земля находится в самом центре Вселенной, и все вокруг нее вращается. Ее в средние века опроверг Галилео Галилей, либо Коперник, я точно не помню. Ну, а вы недавно учили историю, поэтому наверняка помните, кто опроверг эту теорию. Он сказал, что мы никакой не центр Вселенной, а всего лишь такая планетка. Какие-то люди утверждают, что все вращается вокруг Солнца, и эти люди, скорее всего, правы. Они астрономы. Heliocentric theory. Helio — это гелиос, относящийся к Солнцу, и heliocentric — это теория гелиоцентризма. Следующее слово — geophysics — геофизика. Это значит, что наука о физических процессах, которые происходят в Земле и вблизи нее. Следующее слово — geostationary. Geo ста, это значит стоять, а stationary — это находящийся. Так вот, это орбита геостационарного спутника. Geostationary orbits, либо geostationary satellite or orbits. Последнее из наших слов с корнем geo — это geothermal, геотермальный. Кто бывает geothermal? Это бывает таковой энергия. Например, в Исландии энергия, которая идет из внутренних источников земли, от лавы, вот это, эти теплом, они, ну, исландцы, они обогревают помещение, как-то научились ее использовать. Ну, и я надеюсь, что мы скоро тоже сможем использовать геотермальную энергию для наших нужд. Geothermal. Еще раз, sorry, geothermal, geo, земля, therm, тепло. Спасибо, что смотрите.